Перевод видео на русский язык осуществлен компанией Амперка, магазином и сообществом Ардуино в России. Всем привет! С вами Джереми Блюм и 13-й эпизод из серии моих Arduino-туториалов, спонсируемых Element 14. На этой неделе мы поговорим о жидкокристаллических дисплеях, или, как их чаще называют, LCD. Мы будем использовать дисплей размером 16:2. Дисплей, который я использую сегодня, предоставлен для обзора компания Element 14. Он немного великоват и требует больше питания, чем большинство LCD-дисплеев, и еще имеет два дополнительных пина для подключения нагревателя. Все схемы и прочие материалы, имеющие отношение к эпизоду, подойдут для работы со стандартными дисплеями 16:2. Просто запомните, когда я буду подключать свой дисплей, некоторые пины могут быть расположены иначе, но их маркировка останется та же. Поэтому вам есть смысл посмотреть в схему, чтобы понять, как что подключить. Жидкокристаллические дисплеи — это круто, потому что они позволяют отвязать ваш проект от компьютера. Во многих проектах ранее вы посылали данные через сериал в компьютер, чтобы обработать их и сделать что-нибудь с их помощью. Если же в вашем устройстве есть встроенный дисплей, вам уже не понадобится подключение к компьютеру. Вы можете брать устройство с собой и выводить необходимые данные на дисплей. И это невероятно удобно. Давайте немного поговорим о том, как наш дисплей будет взаимодействовать с Arduino. Потом подключим один, и к концу этого эпизода у вас появится славный маленький проект с LCD-дисплеем — температурный сенсор. Вы сможете определять комнатную температуру в Цельсиях и Фаренгейтах. Отлично, начнем. Давайте поговорим о подключении нашего LCD-дисплея. Все LCD-дисплеи размером 16:2 обычно имеют идентичный интерфейс. У всех по 16 пинов, первый пин вот здесь, 16-й здесь. Тут несколько интерфейсных линий, затем питание и земля, с помощью которых дисплей и подключается. Единственный новый компонент, который нам потребуется — потенциометр на 10-20 кОм. Я использую потенциометр на 10 кОм, подключенный к макетке. Он потребуется нам для контроля контраста дисплея. Некоторые LCD-дисплеи имеют немного другой порядок пинов, отличающийся от того, что я показываю. Но это самая распространенная конфигурация. Дисплей, который я использую сегодня, на самом деле отличается порядком выводов. К тому же имеет два дополнительных пина для подключения нагревателя, который помогает ему работать при низких температурах. Но я просто не буду использовать их, не буду их подключать. В общем, это все достаточно распространенная конфигурация. Давайте обсудим подключение. В первую очередь подсветка LCD-дисплея. Мы просто подадим 5 вольт на плюс дисплея. Также нам понадобится 5 вольт для логического входа дисплея. Наш потенциометр будет подключаться через 5 вольт и землю, а затем в дисплей для управления контрастом. Так что там нам тоже понадобится 5 вольт. Вот все наши 5-вольтовые сигналы. Наша земля должна подключаться к другому концу подсветки, конечно же. Тогда мы сможем его включить. Вы на самом деле можете управлять подсветкой с помощью Arduino, если вы хотите включать или выключать ее, но я просто подключу ее к 5 вольтам. Нам нужна земля для логики дисплея, и еще земля понадобится с другого конца потенциометра. Дальше идет логический пин логического ввода-вывода. Он позволяет выбрать, пишем ли мы или читаем с дисплея. Обычно нет никакого смысла в считывании с LCD-дисплея. Мы просто хотим отображать данные на нем. Значит, мы можем просто связать его с землей напрямую. Ведь нам не нужно управлять им, занимая пин на Arduino. Поэтому нам просто нужно подключить его к земле и больше не волноваться. В итоге это означает, что мы все настроим только на вывод через LCD-дисплей. Следующим идет V0 пин. Этот пин позволяет нам установить контраст дисплея. Вот зачем нам нужен был потенциометр. Мы подключаем центральный вывод потенциометра к V0. Вот так. Все достаточно просто. Все остальные пины будут использоваться для передачи данных. У нас есть RS-пин, который подключается в первый пин ввода-вывода на Arduino. Пин E, он же Enable пин, подключим к другому пину Arduino. Далее у нас 8 пинов передачи данных, от 0 по 7. Интересно, что достаточно использовать всего 4 из них, чтобы передавать всю необходимую информацию. И вам не придется занимать в сумме 10 пинов на Arduino только для запуска этого дисплея. Мы просто не будем подключать D0, 1, 2 и 3, а подключим лишь D7, D6, D5 и D4.
В сумме у нас получится 1, 2, 3, 4, 5, 6 подключений к Arduino для управления. Эти ребята не будут подключены. Мы подключили подсветку дисплея, логику для LCD, контраст через потенциометр и вот вывод к земле. Мы готовы продолжать. Давайте все соберем и запрограммируем, и тогда уже будем показывать что-нибудь на нашем экране. Как только вы соберете вашу схему, она будет выглядеть примерно так. И помните, что у меня мощная подсветка LCD, поэтому я не могу питать ее только от USB. Мне понадобится подключить ее через внешний источник. Вам не нужно делать этого. Еще мне понадобится делитель напряжения, чтобы получить 6 вольт для подсветки дисплея. А вы можете питать подсветку прямо от 5 вольт Arduino. Просто имейте в виду, когда будете все подключать. Когда вы включите схему, вы должны будете получить нечто наподобие этого на дисплее. Если не получилось, проверьте, подкрутили ли вы контраст вот здесь, потому что он влияет на яркость изображения. Смотрите, если я поверну ручку, изображение станет темнее. Вам нужно выбрать среднее значение, видите метки, они помогают выбрать нужный уровень. Вот так, выглядит неплохо. Ваша подсветка должна быть включена. Она светится, если получает 5 вольт. Вы видите, что моя их определенно получает. Если отсоединить ее, выглядит так, как будто дисплей отключен. Значительно темнее. Подключу его снова, и экран снова яркий. Тут у нас подключенные линии передачи данных. Если вы скачаете схему с моего блога, там будет показано, какие именно куда идут. Через мгновение мы начнем программировать, и вы сможете увидеть, что я подключил их в пины со 2 по 7, начиная с управляющих пинов и затем пины данных. Давайте двигаться дальше. Запрограммируем это, чтобы увидеть что-нибудь поинтереснее на дисплее. Итак, пришло время написать простой пример для проверки настроек вашего LCD-дисплея. Первое, о чем стоит позаботиться, проверить, указаны ли вверху вашего кода имена создателей библиотеки. Ведь это все open source. Не стоит забывать указывать авторство, ведь то, что делают эти ребята, действительно клево. Они сделали библиотеку, а мы так отдали должное тому, что использовали ее для себя. Здесь я определил подключенные пины, которые собираюсь использовать. Я показывал их вам на макетной плате. RS на пине 2, Enable на пине 3, затем пины с 4 по 7 на Arduino, сопоставимы пином данных на LCD-дисплее. Также с 4 по 7, для удобства. Для начала нам нужно будет подключить библиотеку Liquid Crystal, которую мы будем использовать для взаимодействия с LCD-дисплеем. Она называется достаточно просто — liquidcrystal.h. Вы должны подключить ее, и когда вы подключите ее, сможете создать с ее помощью объект. Назовем наш объект LCD, а параметрами для него будут служить пины, о которых я только что говорил, перечисленные по порядку. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7. И не забудьте точку запятой. Окей. Следующую часть я написал заранее, так как она достаточно длинная. Это дополнительные символы. Если вы посмотрите на этот пример на дисплее, я его уже загрузил, то увидите симпатичную маленькую шкалу, бегающую по экрану. Чтобы добиться этого, я создал дополнительные символы, заполняющие колонку в один пиксель за один раз. Используя 16 символов, мы можем создать анимацию, чем мы сейчас и займемся. Каждый из символов — это массив байтов 5 на 7, так как это количество пикселей в каждом из 16 маленьких прямоугольников в первой и второй строке. Единицами и нулями мы показываем, какие именно пиксели мы включаем. Мы можем создать массив байтов и заполнить его бинарными значениями. Вы можете видеть здесь своего рода прогресс происходящего действия, который отображается продвижением единиц. Позже мы используем эти символы для создания анимированной шкалы. Когда мы переходим к строке Setup, первое, что мы сделаем, запустим LCD-интерфейс, точно так же, как мы запускаем Serial-интерфейс, например. Выполним LCD.begin с маленькой b, 16,2, это означает 16 колонок и 2 строки. Первое, что я сделаю, курсор по умолчанию стоит в начале, я напечатаю Jeremy на дисплее. Я выполняю LCD.print, и эта команда напечатает любые стандартные символы, числа и прочее. Дисплей Jeremy — это ровно 16 символов. Поэтому все в порядке. Если у вас не так, добавьте пробелов или введите меньше 16 знаков. И это не займет всю строку, это совершенно нормально.
Далее нам нужно инициализировать символы из массивов байтов, чтобы получить символы, которые сможем отобразить на дисплее. Вы можете создать всего несколько своих символов. Я узнал об этом совсем недавно, прочитав в документации к LCD-библиотеке. Мы выполняем lcd.createchar, даем ему порядковый номер, а затем вписываем имя одного из массивов байтов, которое ему соответствует. Вот все эти массивы байтов, что я определил выше. Отлично, вот наши символы. Все, что нам теперь необходимо сделать в цикле, просто двигаться по нижней строке, заполняя ее линия за линией, а затем все сбросить и начать заново. И это будет в гигантском цикле ниже. Что ж, первое, что нужно сделать, это... Вообще-то мне не нужно делать этого на первом проходе, но после того, как мы заполним шкалу, важно будет подвинуть курсор на исходную, чтобы снова записывать данные от начала второй строки. Для того, чтобы вернуть курсор в начало, я выполню lcd.setCursor. 0,1. Первое значение здесь 0 означает, что мы используем первую колонку. Ее индекс 0, то есть 0 — это первая колонка. 1, в свою очередь, означает, что мы используем вторую строку. Это немного странно, но если вы просто прибавите в уме по единице, все сразу станет яснее. Далее мы очищаем строку, потому что строка заполнилась, а мы хотим начать ее сначала. Мы выполняем lcd.print, и я просто напечатаю 16 пробелов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, все хорошо. Теперь мы выполним два вложенных цикла for, которые отвечают за внешний цикл for, будут происходить через каждый из 16 символов. А внутренний цикл будет выводить наши дополнительные символы, представляющие частичное заполнение. Мы их задавали ранее. Будем печатать их по очереди, так мы получим отличную шкалу. Вначале делаем наш внешний цикл for. In i равно нулю, i меньше 16, i плюс плюс. Значение будет от 0 до 15. С точки зрения индексов, это как раз то, с чем нам удобно работать. Помните, что нам необходимо начинать с нуля, потому что это начальный индекс для курсора. Итак, такой вот у нас цикл for, а внутри него у нас будет другой цикл for. В каждой точке внешнего цикла for, то есть в каждой позиции строки, мы будем выводить символ. Мы выполняем for in j. Убедитесь, что выбрали другую переменную здесь. Очень важно, чтобы они отличались друг от друга. J меньше 5, J плюс плюс. Значение от 0 до 4, другими словами, массивы, которые я прописывал ранее. Ой, здесь ошибочка. Давайте запишем номер правильно. Вот так. В итоге будет выбран каждый из этих товарищей сверху. Итак, мы написали наш цикл for. В каждой итерации первое, что мы должны сделать, установить наш курсор. Так мы обеспечим то, что запись пойдет куда нужно. lcd.setCursor, i,1. i, потому что мы находимся в этой конкретной позиции на нижней строке, а 1, потому что мы на нижней строке. Затем мы используем lcd.write, отличающийся от lcd.print, потому что он позволяет выводить дополнительные символы. Теперь мы можем написать J. Так, в первый раз он напишет 0, который является символом под номером 0. А это квадрат, заполненный на 20%. В общем, это то, что и нужно. Затем, конечно же, нам понадобится небольшая задержка, чтобы все не происходило быстрее, чем мы могли бы увидеть. Давайте установим задержку на 0,1 секунды. Этого должно быть достаточно. Окей, давайте посмотрим, что получилось. Отлично, мы видим, что программа загрузилась на Arduino. Очень хорошо. И теперь у нас есть чудная шкала. Я поместил свое имя на первую строку, а на нижней строке вы видите, что все тоже работает. Вместо того, чтобы добавлять блок за блоком, добавляется пиксель за пикселем, создавая очень хороший эффект. Очень здорово. Давайте немного усовершенствуем устройство и установим температурный сенсор и небольшую кнопку, чтобы взаимодействовать с ним. Мы сможем получать температуру в комнате в Цельсиях и Фаренгейтах. Благодаря этому мы получим некую интерактивность.
Отлично, вот мой план нашей системы для нашего температурного сенсора и маленькой кнопки. Мы уже подключили эти зеленые линии к LCD. Это линии передачи данных и линии управления. Наш потенциометр уже подключен. Мы лишь подключим I2C температурный сенсор TC74. Мы уже использовали его ранее в уроке номер 7, когда изучали связь I2C. Поэтому у вас, вероятно, он уже есть. Датчик подключается к Arduino через I2C-шину, и I2C-шина подключается к пинам A4 и A5, как я показал на схеме. Убедитесь, что у вас есть наши подтягивающие резисторы на 10 кОм, идущие от линии данных к нашей 5-вольтовой шине. Таким образом, он будет снимать температурные показатели комнаты в Цельсиях и сообщать нам эти значения. Затем мы сможем напечатать температуру в Цельсиях на дисплее в реальном времени. Но так как я живу в Америке, и мы до сих пор используем эту дурацкую систему британских единиц, было бы неплохо знать температурные показатели в Фаренгейтах. Поэтому я добавлю сюда кнопку. Мы будем пользоваться программным подавлением дребезга, которое изучали во втором эпизоде, чтобы подключить ее к 8-му цифровому пину Arduino. Используем ее для переключения между режимами Цельсия и Фаренгейта. Я специально поместил кнопку сюда прямо рядом с экраном, потому что мы поместим маленький индикатор сюда, на вторую строку под названием «Режим», указывающий на кнопку, чтобы вы знали, что можете нажать кнопку и изменить режим. Вот такая хитрая задумка. Не забудьте также про другой 10-килоомный стягивающий резистор. По умолчанию кнопка притягивается через него к земле. А когда вы нажимаете на нее, она замыкается на 5 вольт и отправляет значение на Arduino, где мы подавляем дребезг, после чего используем сигнал для управления нашей системой. Давайте все запрограммируем, соберем и подготовим к запуску. Наша схема уже собрана. Я уже внес необходимые изменения на макетной плате, где установил I2C температурный датчик, резисторы для него и кнопку. Это, в общем-то, все, что нам пригодится, и я соединил все, как показывал на схеме. Сейчас дело буквально за копипастой из эпизода 2.7. Если вы еще не смотрели эпизоды 2.7, самое время посмотреть. Это даст понимание происходящего. Мне не хочется повторять материалы, которые мы уже прошли. Во втором эпизоде мы говорили о дребезге, в седьмом — об I2C интерфейсе. Первое, что нам нужно сделать. Я покажу вам кое-какие изменения, что я сделал, а затем мы вместе закончим программу. Я добавил wire.h, I2C библиотеку для взаимодействия с I2C чипами. У меня температурный сенсор, и можно заглянуть в его даташит, чтобы понять, что он висит на адресе 72. Вот и все настройки. Я избавился от наших символов шкалы и создал новые символы для вывода градусов, потому что нам понадобится маленький значок, обозначающий градусы для Цельсия и Фаренгейта. И вы можете увидеть их определение вот здесь. Единичками сверху обрисован маленький значок градусов, который мы будем использовать. Тут у меня фактически копипаста кода подавления дребезга из второго урока. Я устанавливаю режим ввода на пин, к которому подключена кнопка. Это 8-й пин в данном случае. Я объявляю состояние кнопки как булины, истина или ложь, изначально оба в лоу. Затем я указываю, что изначально выставлены Цельсии, затем они могут меняться на Фаренгейты, обратно и так далее. В настройке я обозначаю пин кнопки как вход. Снова wire.begin, опять все прямо из урока номер 7. Так же, как и раньше. Я меняю строку на температура в комнате вместо display Jeremy. Точно так же, как и раньше. Сейчас я двигаю курсор на позицию 11.1. Это на второй строке. Номер позиции на ней 11. Помните, я установил кнопку непосредственно справа от второй строки. У нас достаточно места, чтобы написать mode и поставить стрелку, указывающую прямо на нее, чтобы вы знали, что нажатием кнопки можете переходить между температурными режимами. Такая вот фишечка. Теперь, как и ранее, нам нужно создать дополнительные символы. На этот раз нам нужен только один, а не 5, как раньше, и он называется градусами. Так я назвал массив байтов выше.
Все, что нам осталось сделать, создать наш цикл. Функция подавления дребезга уже написана. Это все та же функция из второго эпизода. Вы должны ее помнить. Она принимает последнее состояние кнопки и возвращает текущее состояние после подавления дребезга. Я уже добавил строки, собирающие данные о температуре, и переводят их в Цельсии и Фаренгейт, и сайт УСИ температурного сенсора. Их я скопировал прямо из урока номер 7. Разве не здорово иметь уже готовый код, с которым можно работать? Это многое упрощает. Теперь нам остается лишь получить информацию о состоянии кнопки, и на основе этого решить, что мы хотим получить на дисплее. Сейчас у нас здесь температурные показатели. Давайте напишем код для кнопки. Первое, что я сделаю, получу текущее состояние кнопки, используя функцию debounce. Это именно то, что мы уже сделали во втором уроке. Мы определили last button здесь, как и current button. Мы стабилизируем last button в current button. Окей, если last button была low, и мы помним, что двойной имперсант означает логическое «и», и current button находится в high, это значит, что кто-то в настоящее время нажимает на кнопку. Она уже стабилизирована, поэтому мы можем сказать: окей, кнопка была только что нажата. Если значение Цельсиус в настоящее время истина. Упс, нам нужно вставить сюда оператор if. Это сокращенная форма, которая срабатывает, когда переменная истина. Мы могли бы написать равно-равно true, но это не обязательно. Ой, true маленькими буквами. Вы можете написать так, а можно просто if Celsius истина, сделаем ее равным значению ложь, что означает работу в фаренгейтах. В противном случае мы скажем, что значение истина. Окей, сейчас важно стереть все символы, чтобы мы смогли написать новые значения температуры поверх них. Мы должны выполнить lcd.setCursor. Мы должны написать в первой позиции второй строки lcd.setCursor 0,1. Точно так же, как мы делали в предыдущем примере. И lcd.print. Убедитесь, однако, что знаков не будет слишком много, чтобы не стереть нашу надпись mode. У нас всего 16 символов, 5 мы использовали на режим. В итоге строка должна быть не длиннее 11 символов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На самом деле вы можете сделать его и короче. Я использовал 11 пробелов, чтобы забить все пространство, но это не так уж и важно. И теперь установим last button равным current button. Потому что всякую новую итерацию, ну вы знаете, то, что сейчас текущее состояние кнопки на следующем проходе уже будет являться предыдущим состоянием кнопки. Все, это готово. Теперь нам нужно напечатать все на LCD-экране. И это достаточно просто. Мы просто смотрим, что у нас выбрано, Фаренгейт или Цельсий, и пишем соответствующее значение. Выполняем lcd.setCursor 0,1. Это опять начало. Затем if Celsius, мы используем то же сокращение, что и прежде. Мы выполняем lcd.print и печатаем переменную. Затем lcd.write. Помните, это позволяет нам использовать наш специальный символ. Печатаем значок градусов, его ID номер 0. Затем опять выполняем lcd.print и пишем букву C сразу после значка градусов. Отлично. Теперь нам нужно сделать то же самое для Фаренгейта. Теперь это Фаренгейт. lcd.print. Температура в фаренгейтах, затем lcd.write, значок градусов, lcd.print, фаренгейты. Все должно быть правильно написано, это важно. Это не переменная, для переменной не нужны кавычки.
Закроем наши скобки. И все должно заработать. Окей, проверьте, что у вас все построено согласно схеме, и давайте посмотрим, как это работает. Упс. Пробел вот здесь. Готово. Программа загружена, и кажется, все неплохо работает. Мы видим, что текущая температура в комнате 27-28 градусов по Цельсию. Довольно тепло. Я отключил свой кондиционер, поэтому вы, наконец, слышите, что я говорю. Я буквально пытаю сейчас себя, поэтому надеюсь, вы, парни, довольны. Если я нажму сюда, включится режим Фаренгейт, и вы видите 81-82 градуса по Фаренгейту. И, конечно же, вы можете переключаться туда и обратно с относительной легкостью. Мы отлично настроили режимы, ничего не пропадает или еще что-то, когда мы переключаемся между режимами. И да, это работает отлично. Здесь вы видите наш температурный I2C-датчик, и все остальное подключено так же, как и раньше. Просто отлично, и вы можете делать с этим все, что пожелается. Скорее идите развлекаться и делать отличные проекты с LCD. Спасибо, что посмотрели этот эпизод из серии моих Arduino-уроков. Надеюсь, вы остались довольны. Обзор LCD-считыватель данных, который я использовал сегодня, есть в моем блоге. Вы можете зайти и посмотреть, если вам нравится считыватель данных, который я использовал в демо сегодня. Он немного больше и дороже, чем большинство LCD-дисплеев, но у него действительно хороший контраст и очень яркая подсветка. У него есть все, что вам нужно. К тому же он очень большой. Советую вам этот дисплей. Так или иначе, загляните на adafruit.com. Ссылку вы найдете в списке частей, которые я прикладываю к видео. У них есть много стандартных LCD размеров 16:2. Они меньше, дешевле и имеют вполне хорошую контрастность. Вы можете присмотреть себе что-нибудь. Относительно скоро я собираюсь выложить обзор Arduino Shield для подключения к нему LCD-дисплея. Его сделали Wicked Devices и прислали мне один для обзора. Он выйдет в скором будущем и позволит вам поместить LCD прямо на Arduino, и будет несколько компактнее, чем конструкция на макетной плате. Ждем этого с нетерпением. Если у вас появляются вопросы, комментарии и прочее, смело пишите их в комментариях под видео на моем блоге на element14.com. Теперь у меня есть еще и фан-страница на Facebook. Это немного смущает, но я все же ее сделал. Люди просили об этом, вот я и завел. Теперь вы можете лайкать меня на Фейсбуке, если вам захочется, а я постараюсь наполнять страничку различной информацией, в частности, рассказывать о выходе моих уроков и прочего. Я также есть на Google+, поэтому вы можете добавить меня там, если у вас тоже есть страничка. Все ссылки есть на боковой панели моего блога. Вы можете заглянуть туда, если захотите. Так или иначе, мы увидимся с вами очень скоро. Еще раз спасибо, что смотрели. Спасибо Element14 за помощь в спонсорстве этого видео. Они любезно предоставили много деталей, которые я использовал в этом уроке. Можете посетить их веб-сайт element14.com и их сообщество. Отличное место, чтобы поболтать об электронике, Arduino и обо всем остальном, касающемся инженерии. У них также есть свой магазин, в котором можно приобрести большинство деталей, использованных в этом видео. Перевод видео на русский язык осуществлен компанией Amperco, магазином и сообществом Arduino в России.